Всем привет, меня зовут Ксения. Максимально быстро сейчас мне нужно открыть одну сделочку, провернуть так называемую махинацию. И суть сегодняшнего видео — это беспроигрышная стратегия заработка на криптовалюте для вас. Но сначала дайте мне, блин, я прям в панике, дайте мне открыть сделочку. Пока заряжала камеру, пока то все, уже упустила пару процентов прибыли, и мне очень сильно грустно от этого. Сейчас открою сделочку, и после этого вам все объясню, все расскажу. Досматривайте это видео до конца. Так, войти. Захожу по QR-коду с телефона. Так мне удобнее, чем получать все эти коды, там, вводить их куда-то. Так, для начала мне надо быстренько пополнить фьючерсный кошелечек на 100 баксов. Сколько это у нас? 0-0-0-2-2. Помчали. Ладно, просто беру 100% всего. X10 подтвердить, продать. На самом деле хотела зайти по более выгодной цене, но, к сожалению, бывает так, что рынок криптовалюты слишком волатильный, и пока туда-сюда 15-20 минут, они становятся реально решающими. Так, смотрите, у нас сейчас произошло такое, что потихонечку биткоин раздраконивается, криптовалюта раздраконивается, выходит из так называемой консолидации, и сейчас я предполагаю, что в ближайшее время мы будем ожидать чего-то прям грандиозного, глобального. Буквально месяц-два назад я вам сказала, что пока я бы выжидала. Но сейчас все, мы видим, что цена вышла уже из коридора в 30 тысяч 41, то есть цена пробила уровень сопротивления, сейчас мы с вами... Все это посмотрим на графике биткоина, и я вам скажу, как я на этом пытаюсь заработать. Во-первых, сразу, что мне хочется вам сказать. Если промотать вот так, то здесь очень кривые голова и плечи прочитываются. То есть плечика, голова, плечика. Вот этот уровень шеи, он сейчас будет пробиваться. Далее, мы с вами сейчас будем смотреть разные таймфреймы, и я вам расскажу, что я здесь вижу. На данный момент цена находится вот в данной зоне сопротивления. То есть мы можем провести... Вот такой вот уровень. Было бы удобнее прямоугольником. Ладно, я тут не очень разбираюсь, хорошо. Мы проводим вот такой вот уровень... И цена сейчас ударилась в него. Неужели вы думаете, что сразу пойдет и пробьет его вот так наверх? Есть вероятность такого сценария развития событий, но, скорее всего, будет отскок, и, скорее всего, отскок будет вот до этого уровня, то есть до 41 тысячи примерно. Скажу так, каким образом я себя подстраховываю? Я на прошлой неделе купила биткоинов примерно на 1000 долларов. То есть перед тем, как увидела, что цена собирается пробить вот этот уровень сопротивления, я просто думаю, дай-ка я просто тыщенку закину, и там уже будь что будет. И получилось так, что у меня пришло примерно 20% прибыли. То есть около 200 долларов мне бабах сверху этой тыщенки еще упало, хотя я ничего не делала. Я сначала думала, что я никак не буду страховаться, что я ничего делать не буду, но сейчас, когда увидела, что цена ударилась в этот уровень, я думаю, ну, дай-ка я попробую на этом заработать. То есть, по моему анализу, цена, скорее всего, оттолкнется от этого уровня, то есть, у меня будет падать в кошельке, в спотовом моем кошельке, будет падать сумма. Поэтому я подстрахуюсь с плечом X10, откроюсь на фьючерсном рынке в шорт, то есть откроюсь на понижение. Таким образом, если цена сейчас отскакивает от уровня, как я это предполагаю и думаю, то спотовый кошелек мой немножечко потеряет в цене, но у меня останутся эти монеты, у меня в наличии они будут, а на фьючерсном я заработаю, примерно смогу удвоить вот эти 100 баксов, которые вложила.
И опять же, если цена сейчас вот так вот сходу пробьет этот уровень, как это было вот здесь, в этом случае я просто ничего не потеряю, потому что у меня на спотовом кошельке баланс вырастет, а здесь просто баланс сгорит. То есть цена ликвидации у меня будет где-то там 50 тысяч. Есть шанс, что дойдет до этих 50 тысяч, но опять же, у меня все уравняется. Для меня, конечно, более выгодным сценарием будет то, что цена сейчас развернется. А, кстати, забыла выставить take profit. Так. Давайте даже... Take profit, то есть, если цена биткоина дойдет до 41 200 долларов, у меня прибыль будет вот 0.0025. То есть, это будет удвоение моей сделочки. Стоп-лосс не буду выставлять. Если что, у меня просто ликвидируется, просто сгорит то, что я поставила. Все, подтверждаем. И теперь пусть висит. Будем смотреть, что будет происходить. Понимаю, что, скорее всего, от волнения сейчас все скомканно вам рассказала, все скомканно сказала. Постараюсь сейчас буквально в минутку уместить суть прям саму. Если что-то, не дай бог, не доскажу, то напишите в комментариях, я вам отвечу на эти вопросы. Давайте посмотрим на разных таймфреймах еще, что у нас тут с битком. Плечико, плечико, голова, плечико, плечико. То есть два плеча, голова, два плеча. Тоже ситуация, данный таймфрейм говорит о том, что цена сейчас должна пульнуть вниз. 4 часа. Это мы уже с вами смотрели. Один день. Цена просто находится в зоне поддержки. Вот эта зона. Вот он, вот этот уровень. И посмотрите, она четко прям от него отталкивается. Недельный. На недельном также мы видим уровень. Вот он. Вот, цена дошла до этой линии. Как это переместить? Вот. И бабах от него оттолкнулась и пошла. И, в принципе, вот он. Даже потенциал движения на недельном таймфрейме мы видим в 38 тысяч. То есть, можно не удвоить, а утроить, но я не люблю жадничать в этих моментах. Лучше уж забрать и так достаточно прибыли. Давайте немножко подуспокоилась, попробую еще раз сформулировать ту стратегию, о которой я вам говорю. В тот момент, когда вы видите, что любая монета, на которую вы вообще смотрите, которую вы приметили, будь то биткоин, эфириум, там, догикоин и так далее, любая монета выходит из флетового состояния, то есть уже видите предвестники к тому, что будет движение либо вверх, либо вниз. То есть используйте технический анализ. В этот момент вы можете купить эту монету, давайте на моем же примере, на 1000 долларов. То есть вы покупаете на 1000 долларов, и, грубо говоря, все, у вас лежит монетка, и каждый процент, который эта монетка добавляет или теряет, вы себе либо прибавляете к депозиту, либо теряете. О, кисть есть. То есть у вас есть 1000 баксов. Цена монеты добавила 10%, у вас добавляется 10%, то есть у вас теперь 1100. Ой. Или цена теряет 10%, у вас теперь остается 900. Вот как же сделать так, чтобы вы своего ничего не теряли? Вот именно немножко измененный от моего варианта, который сейчас использую я, это взять вот эту 1000 и в этот же момент взять как раз 10% и открыться на фьючерсном рынке с плечом X10 на понижение. То есть здесь вы купили монетку, вы надеетесь, что она пойдет вверх, но возможны колебания, потому что рынок криптовалюты на 10% может скакать туда-сюда ежедневно, ежечасно. То есть вы открываетесь с плечом X10 на понижение на фьючерсном рынке, и просто у вас лежит монеток на 1000. В этом случае,
Если цена упадет на 10%, здесь у вас останется $900, но таким образом вы здесь заработаете плюс $100. С учетом того, что вы будете использовать кредитные средства биржи Binance. Кстати, ссылочку на биржу оставлю в описании. То есть здесь у вас получится $200, и здесь у вас будет 900. Грубо говоря, вы здесь зафиксируетесь. То есть, запоминаем, да, здесь у нас $200 осталось. А здесь потом цена обратно скаканет, даже до той же 1000 вернется, или еще там до 1100, и плюс 200 будет у вас. То есть, понимаете, уже у вас получится 1300 из изначально 1100 вложенных, плюс гарантированных процентов 15 к вашему депозиту. И опять же, мы возьмем обратную ситуацию, что... Здесь цена поползет наверх. То есть здесь цена вырастет на 10%. Мы вспоминаем, да, я снимала видео про плечи. Если вы его не видели, посмотрите обязательно у меня на канале. Оно прошлое, по-моему, было. С плечом X10 как раз у нас вот эта сделочка вся ликвидируется. То есть вот эти 100 баксов сгорят. Но здесь у нас 100 добавятся. То есть у вас на счету по факту получится $1100. Таким образом, либо здесь... Если цена отскакивает вниз, вы зарабатываете, у вас еще лежат ваши монеты. Либо здесь, если цена сразу ползет вверх, таким образом вы просто не теряете. То есть вы остаетесь при своем, и дальнейший сценарий, дальнейший план развития какой-либо монеты, он в принципе у вас будет вот под контролем. Что сделала я? Я не стала сразу страховаться, то есть ну купила и купила на эти там, на эту 1000, я дождалась, когда цена пробьет уровень. То есть я не боялась просадки, я не боялась, что цена сейчас упадет, что я сколько-то потеряю. Я дождалась, когда цена выйдет еще выше, и есть шанс того, что я смогу и заработать и на фьючерсах, и еще и не потеряю вообще ни копейки здесь. Вот таким образом. Если что-то непонятно, то обязательно напишите об этом в комментариях, вот. А так я вроде бы постаралась вам объяснить прям максимально подробно, максимально прям четко. Как у меня закроются эти сделочки, я думаю, что либо выложу к себе в телеграм-канал результат, либо вам покажу на канале, как это все делается, вот. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!